Здравствуйте, друзья! Наконец-то в Ростове-на-Дону сделали наземный переход через Большую Садовую на Соборном переулке. 5 лет назад здесь сделали пешеходную зону от Соборной площади до Садовой. И это все упиралось в дорогу, здесь даже стояли противопешеходные ограждения. И надо было далеко обходить, чтобы пойти в парк. Посмотрите, это администрация Ростова-на-Дону, памятник федерального значения. Это самый центр города. Здесь громадные пешеходные потоки. И администрация наша, которая любит автомобили, изо всех сил пыталась сделать что-нибудь вместо этого. Но просто не хватило денег на перенос подземных коммуникаций, чтобы здесь был новый подземный переход. Вот. Они перестраховались и сделали кнопку. Представляете, то есть пешеходы должны нажать на кнопку, чтобы перейти дорогу. Видите, там написано «Ждите». Народ стоит, ждет. Ну, как бы надо народу подсказать, что тут кнопка. Вот так. И светофор не сразу загорается. То есть он как-то, видимо, связан с другими светофорами на Садовой. Чтобы пешеходы лишний раз не замедлили движение машин. Ну ладно, на этом, собственно, как бы ничего страшного. Сделали и сделали, спасибо. Вот. Главное, что сделали широченный, просто широченный пандус и на этой, и на той стороне, но забыли сделать велопереезд. Велопереезд это просто полоса разметки через дорогу, чтобы на велосипеде, не спешиваясь, по правилам можно было проехать и не бояться, что тебя штрафует сотрудник ГАИ. Естественно, в Ростове-на-Дону все велосипедисты забивают на эти ПДД, ездят где хотят, и им никакая разметка, может быть, и не нужна. Но я считаю, что нужно делать такую разметку специальную для велосипедиста, чтобы он мог пересечь дорогу. В ответ на обращение мне ответили, что вот здесь сделать такую разметку не представляется возможным, потому что на тротуаре нет велодорожки. Нарисуйте 1 метр велодорожки на тротуаре и, пожалуйста, покрасьте вот здесь прямо переезд. И тогда вот все наши, кто развозит еду, кто просто катается, или вот велопрокат, самоката прокат, тоже будут ездить нормально, соблюдая правила дорожного движения, и до них никто не докопается. А пока так, пешеходам сделали с огромным скрипом этот переход, а велосипедистам не сделали велопереезд. Даже когда их просили. А ведь велопереезд это на самом деле признак довольно культурного, продвинутого, цивилизованного города. Если вы посмотрите, даже в Южно-Сахалинске покрасили пешеходные переходы, добавили на них полосу для велосипедиста, и все хорошо. И это выглядит очень круто и практично, и по крайней мере соблюдать правила в Южно-Сахалинске можно. А здесь только спешиваться и угнетенно идти через дорогу пешком.